Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Диодант и Римас, и мы продолжаем сетевую кампанию за Ламантин Лохмадины, ну и, конечно же, Сасаниды. Ну что ж, Дива, давай, поехали. Так, в общем-то, я тут пока мы выключили запись, решил назначить на должность старосты своих двух губернаторов, потому что должность старосты дает бонус к общественному порядку плюс 5. У меня они находятся как раз-таки на проблемных территориях, где общественный порядок постепенно снижается, пока что по непонятным причинам, но мы можем посмотреть. Сложность, налоги, вопросы веры, иммигранты. Ну, в общем, все как обычно, как и в нашей реальной жизни. Также я внезапно обнаружил, что у меня есть товарищ с именем Шампур. Или... А, не, Шапур. Шампур. Шашлык, ёптать. Да, шашлык. Да, это... Неправильно я его изначально прочитал. И полководец мой Бахрам, оказывается, это... Я тебе могу сказать, что к тебе на помощь отправился сам правитель моего государства. Я ценю. Да, с армией огонь победы, правда. И он рядом со мной бомжует, правда. Я его не пускаю к себе в хиру. Ну ладно. Так, слушай, у нас, короче, следующий вопрос. Я пока что поставлю его в укрепление режим, чтобы у него сплоченность возрастала. У нас с тобой вопрос, что делать с этими зверьми яростями, которые, короче говоря, как цыганский табор прибыли на твои территории. Посмотри, дипломатическое отношение. Как... Вообще-то мы их можем использовать против Восточной Римской империи. Давай, да. Давай дадим им пару ходов. Пусть, если они там будут продолжать, ну, как бы, свое существование, то мы их, конечно же, разобьем. Но у нас с ними нужны... вообще очень-очень плохие отношения. У них вообще со всеми плохие отношения, я тебе могу сказать. Они... такие агрессивные, возможно, стоит их убить именно на таком, знаешь, на зачаточной стадии, потому что у меня там вообще перевес по отношению к ним очень большой. То есть, тем более они истощают мои земли, все это дело влияет. Если они осели на моих землях, то, конечно же, еда, там, вода, все это, поэтому основная, смотри, часть уходит к ним. Ага, у меня, в принципе, есть армия гнев Веретгарны. И ветер верит Рагны, господи, не по-русски. Могли по-русски назвать, а? Я могу взять наемников, и, короче говоря, можно им разбить лица прямо сейчас. То есть, что с ними, ну, мелочиться, париться? Может, так и поступим? Ну, можно, в принципе. Давай, почему тут нет? Возьму себе парочку наемничков, всяких там застрельщиков, метателей дротиков. Нанимаю наемников и отправляюсь... Нападаю на них. Объявляем войну. У них союзника нет никакого. Ну, то есть, понимаешь, чуваки только объявились. И их, конечно же, надо именно сейчас начать убивать. Все, война объявлена. И вот моя армия подходит к этому цыганскому табору, который... Лол. Они просто ушли, братан. Я их догоню, не переживай. Ага, хорошо. Это вообще супер тогда. Слушай, вот черт он, а? Халиса. Халиса, да. Ну, смотри, у него армия. У него армия это каких-то, не знаю, три мужика полуголых. Но у меня есть подозрение, что у них еще где-то стек есть. Ну да, кстати, может быть. Ну ладно, посмотрим. Хорошо, заканчиваем ход. Я по-прежнему могу назначить губернатора провинции в Асраене. Лол. Ну ладно, пусть это будет у нас гипергидрос. Как? Гипергидрос. Это просто у меня в армии, когда ноги опухли, эта тема так называется. Гипергидрос. У него имя Гидрос. Не, знакомые слова, я тоже уже начинаю вспоминать такие вот жаргоны. Не, реально, интересно. Так, ладно, давай сейчас этого. Опа, они ко мне-то сами пришли. Не понял, что они тут хотят. А, они типа, помоги мне, Римас, да? Помоги нам, там какой-то сумасшедший со стеками ко мне пришли. Сейчас мы ему поможем. Ты как сейчас в сказке. Моей армией его разобьем и все. Да, да. Ты как в сказке, когда сначала заманил, и потом по башке надавал. Да, 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 да. Хлеб ему. Ух, нихера себе. А, что? Ну, в принципе, эти бомжи опять на меня атакуют. Давай тогда сделаем так. Оборонительную позицию сделаем. Угу. Давай, до свидания. Это, походу, отчаянные ребята. Ну, что ж. Слушай, ну могли бы они, не знаю, в пустыню уйти там? Не, они, а что они там умирают в пустыне? Да, ну да, в принципе. Лучше так умереть по-быстрому, нежели в пустыне. Ну, я бы так сделал, чтобы не мучиться. Языки, блин, как я терпеть не могу эту фракцию. Как они меня достали, когда я играл за Западно-Римской империей. Бомбили тебя?
Вообще, меня бомбило тоже. Противник погибает в битве, фракция уничтожена. Господа, у нас гассаниды, теперь их нету. Всего лишь история осталась. Скидки у наемников. Из-за низкого спроса на свои услуги местные наемники снизили цены. Прикинь, да? Это прям как цены на нефть. Так. Талис перемещает по карте компании. Давайте, это так, главнокомандующий. Кстати, я переименовал свою армию, теперь они у нас называются безупречные. Объявляем войну. Поехали. Да, смотри, вот опять это бедный думает, господи, куда бы мне уже деться? Да, ай, давай, до свидания. Че, разобьем их так, по-быстрому, да? Ну да, автобой. Да. У них там тем более лучники есть, режим атаки сделаем. Давай, до свидания. Все, закончилась великая история танухидов. Ну, прикинь, он даже испарился в пустыне. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Уничтожена фракция. Война объявлена. Новая фракция. Абзагия. Новая способность. Смерть в бою. Противник погибает в битве. Халиса покоен. Нет, прикинь, танухиди остались. А, вот, все. Фракция уничтожена. Да? А, ну. Да. Отлично тогда. Хорошо, правда, у меня нет обратилось пока что. Смотри, теперь тебе надо вот основать поселение здесь. Денег надо деньги накопить сначала. А деньги есть, у меня 24 тысячи. У меня каждый ход... Подожди, рано, мне надо дойти еще до туда. Ну да. Я, наверное, тогда свою маленькую армию туда отправлю. Че, как ты думаешь? Сделаем так, да? На ускоренном марше? Да. Отправляем их пока сюда. А своего шпиона тогда вот на разведочку. Да, это потому что там еще снизу сидят эти товарищи. Как Сирия, или как на арабском Шам называется этот регион. Самый древнейший регион на нашей земле. Кстати, Эмесса. Здесь у нас находится, ребята, Пальмира. У нас Пальмира теперь новый враг. Видишь, да, где Пальмира находится? Вот здесь вот. Да, да. Тоже они по отношению ко мне противники. Угу. А, я подозреваю, что возможно, танухиды освободили Пальмиру, и они стали союзниками, то есть отбив Пальмиру у Восточно-Римской империи. Угу. Да, может быть. Ну, кстати, а поселение тут можно передавать или как? Дарить? Ну, вроде бы не было. Возможно, оно в моде, модификация позволяет, возможно. Сейчас посмотрим. Добавить выплаты. Разорвать, лишить право прохода. Прекратить торговлю, вступить в войну. Нет, нельзя. Савиры еще против нас. Что за Савиры? Не знаю. Страда. Ну ладно, хрен с ними. Все, я сдаю ход. Мне, в принципе, пока делать нечего, исследование скоро закончится, завершится. 396 год, господа нашей эры, мы пока живы и процветаем. Все, мои товарищи получили должность, соответственно, то есть у них все хорошо. Ну смотри, моя армия, в принципе, может пойти, конечно же, прямо на Эмессу, но хочется, чтобы ты ее захватил, поэтому я могу там чисто формально поприсутствовать, постоять. Подожди, Эмесса. В принципе, ты можешь забрать этот город. Подожди, а как он? Так, Тир, Эмесса, Антиохия. Тир, Эмесса, тебе они нужны, потому что тебе понадобится вот это новая Троян от Бостра. Тебе это поселение понадобится. Потом Айла какая-то. Ну а ты как? Разделяй властвуй. А ты идешь на восток, тогда уйдешь? Потом, да, я на север, у меня тут Атропатена, она рано или поздно восстанет, я им там по башке надаю. Ты же предугадал, да? Да, пацаны там прыгаются, я так понимаю. Потому что тут мне-то есть куда развернуться. Мне гораздо проще, чем тебе. А тебе сейчас необходим выход к морю хороший, на такие плодородные территории, потому что ты пустынный братан. Сидишь там у себя тушканчиков с джунгариками, кушаешь. Надо все-таки... Барашка режу, да? Да, барашка режу. Надо и нормальной пищей уже начинать питаться, а то так и это... В пустыне. Поэтому, смотри, я могу, в принципе, их спровоцировать просто. Если у них там есть какие-нибудь армии, пусть они выйдут. Пусть они выйдут и дерутся, как мужики. Правда, я потерял половину. Видите, на картах армии. Пообщаемся, присядем, да? Да. Поплюемся. Да. Смотри, из Думата потом можешь свою армию вот так вот туда выводить. Тебе тут что, в принципе-то? Топать недалеко. У них даже армии нету, посмотри, в Эмессе. Да. Она вообще пустая. Можешь спокойно туда заходить и захватывать это поселение.
А, так, хорошо. В это время у меня пока что Огонь Победы стоит рядом с Хирой. На всякий пожарный прикрывает твои территории. И я пока что вроде ничего не строю. Коплю деньги для того, чтобы тебе помочь основать поселение новое. Там у меня очень скоро уже построятся небольшие золотые копии. Взгляни, как у нас наши отношения с Восточной Римской империей? Потому что я уже тогда с ними уже начал. Ну, у меня напряженка с ними. Да? А хотя нет, улучшается постепенно. Смотри, постепенно улучшается. Потому что... Да, постепенно будет улучшаться. Но я не думаю, что сейчас они как-то будут там на нас быковать. Слушай, на легенде все-таки красиво играть вместе, да, там, две силы и так далее. Более сбалансированно, нежели когда ты один. Ну да. Так хотя бы ты можешь там поддержать своего союзника, если у тебя там какая-нибудь приятная вещь. Ну, в принципе, я тоже сдаю ход, у меня тут ничего особо... Так, я могу назначить эдикт. А что у меня тут за эдикт? Сейчас, секундочку. Эдикт, наверное, пойду в рост. Санитария плюс 3, рост плюс 10. Все. Зашибись. Да, потому что так можно и деньгами помочь, и войсками, и прикрыть. Потому что на легенде все-таки Атила по-прежнему неадекватно остается. То есть была бы еще возможность булатной стали кооперативом. Потому что что там происходит, это вообще невероятное. Там все на тебя нападают. Там неадекватно, вот реально. Так, ну Восточная Римская империя сейчас задумается, как мы ее место захватим. Как-то уже близко мы подходим к ее границам, так сказать. Но у них, сам понимаешь, еще там приключений хватает помимо нас. Так, что тут еще? Поэтому да, смотри. Сейчас ты сможешь основать поселение, получишь деньги... И захватишь себе еще и мест. У тебя будет итого 4 города уже. То есть нормально так. За империи! Несколько ходов. Уровень империи заметный. Отлично. Вы заняли достойное место в мире. Так, ну что ж, тогда делаю простой марш. Надеюсь, что подойдем все-таки до этого места. Я сейчас скажу, сколько потребуется денег, чтобы основать это гребаное поселение. Колонизировать. Так. Минус 4164. А, что-то так мало прям. Да, хватает все. Даже денег. Все. Хотя это столица провинции, по идее. Дашь мне 2000? Конечно, конечно. Слушай, у меня 36 косарей. Проси, сколько хочешь. Я просто... Слушай, нормально такая поддержка. Как на той картинке с неграми, когда он... Бабки. Пусть и мани убит. Так, не, я тогда у тебя всего лишь 5000, наверное, займу. Давай, давай. Так, все, окей. Так, я просто начну потихонечку. Раз. Отличненько. Малый город мы с вами начинаем строить. Ну что ж, отлично такое. Начало. Почти пол острова, полуостров, вернее, мы с вами заняли. Так вот, единственное, я не знаю, какие у нас отношения с Химиаром. Да, я наши еврейские друзья, что у них на уме? У нас отношения ухудшаются. Да, отношения потихонечку ухудшаются. Поэтому надо держать ушки на макушке. Возможно, даже мне стоит сейчас к тебе в Есрип подвести свою, одну из своих армий. То есть, чтобы как бы военным присутствием дать понять этому Химьяру, чтобы он там особо... Да не переживай, не надо подводить. Я думаю, в принципе, налетчики из пустыни разберутся с этими бомжами. Я поэтому займу сейчас армию. Сейчас попробую из Думата на Эмесу выйти, пока она беззащитная. То есть она, видишь, совершенно пустая. Они свою армию зачем-то отвели поближе к Тисифону. То есть там один генеральский отряд, что он хочет этот полководец сделать, вообще непонятно. Восточная Римская империя, может попросить у них право прохода? Я хочу пройти через их. Нет. Не, она не дадут, конечно. Они понимают, что мы с тобой немного из другой компании. Из другого теста, ёптать. Да, так. Да. Так, ладно, давай сейчас тогда агент отправлю сюда. Вообще место чистое. Вообще чистое, я тебе говорю. Можно брать её. Ну что, поехали. Я тогда отправлю. Мне потребуется 2 хода, потому что я через пустыню буду проходить. И так, сейчас, так, конечно же, буду нарушать границы. Да пофигу на них. У них тут вообще войск никаких нету. Гарамант объявляет Восточной Римской империи войну. Новое развитие. Надо прочитать все эти сообщения, посмотреть. Так, нарушение границ. Да, император
Римский недоволен нашим поступком. Вообще, ну, у меня как-то... Да, да, как-то так. Так, хорошо. Так, совет волхвов. Скорость населения 100%, стоимость содержания минус 2% всех войск, общий порядок плюс 4 штраф из-за присутствия других религий. Минус 4%. Так, стоимость строительства минус 4 для религиозных построек. Это у нас синаксари. Такой вот навык есть. Можно, в принципе, им воспользоваться. 6 ходов. Все, я сдаю ход. У меня походи... А, стоп. Муртит требует, чтобы я его повысил. Туда. Так, боевой дух противника. У меня здесь этот, пусть они, да, обсираются, когда видят моего полководца. Авторитет плюс 2. Ну что ж, сдаю ход, поехали дальше. Ага, у меня тут товарищи армяне внезапно объявились рядом с Нисибисом. Они как кто объявились? Ну, они пока что как никто, просто зашли на территорию, непонятно, что они там хотят. Просто у меня тут войска вообще бомжи-бомжами, я, наверное, сейчас буду проводить что-то типа военной реформы, чтобы уже, так сказать, заботиться. Так, те схиры пока что, наверное, не нужен. Так, я, в принципе, могу вернуться. Да, убирай тогда свой полководца пока. У тебя же, в принципе... А это кто у нас здесь? Макран, как у тебя с ними отношения? Они что-то прям... Макран? Это кто такие? Ты где? А вот Мешан, видишь? Этот... Где Персидский залив, Арабский залив, по-разному его называют. А, вот, ага. Город, видишь, где у тебя? Амана, которая, да? Не, вот так. Мешан. Мешан. Вот где Сузи, потом Мешан. А чё я вот парюсь? Вот, смотри. Сейчас, погоди. А, цветом. Так это же мой союзник. Да, точно? Это моя сатрапия, да-да-да, он синеньким отмечен. Угу. Поэтому все нормально. Я сейчас в Ктесифоне. В принципе, Анагра даже... Ладно, не буду распускать. Кого бы тут мне нанять? А, пикинёры сасанидов есть даже, ёлки-моталки. Армянские копейщики. Я, короче говоря, сейчас буду потихонечку реформировать свою армию. Слушай, в Восточной Римской империи вообще здесь нет у них войск. Да, никаких. Да, да. Что-то прямо как странно. Возможно, они где-то там находятся. В Эли. Ну, да. Или Айла. Ребятушки пока что там, видать, другими вещами занимаются. Но это тоже нам на заметочку. Можем в случае чего там попробовать им и по голове надавать. Так, я тут пока что от армян буду броняться. И ставлю в режим укрепления своей армии. Пусть она там стоит. Постепенно укрепляется. Так, далее. Вроде бы ничего там больше интересного не построилось. А, и теперь пойду я в военные. Военные развития. Так, и вроде, смотри, разобрался с проблемой с общественным порядком. Но вот только тут совсем-совсем немного. Дом мастера красок, загрязнение плюс 4, да? Нормально. Увеличиваем. И тренировочная площадка. Отравление пищи, загрязнение плюс 20. Такие вот. Огромная у тебя территория, кстати. Да, территории вообще просто жесть. Но вот с общественным порядком беда пока что. У меня тоже, кстати, да. Нам надо посмотреть, из-за чего там падают. Вот смотри, у меня вопросы веры. Минус 13 сразу. То есть у меня... Религиозные противостояния пошли. У меня, в принципе, восточное христианство — это основная религия. Ну, зороастризм — это твоя вера, кстати. Зороастризм, да. Зороастризм, я извиняюсь, возрастает. Ну, и иудаизм тоже. Надо от этого избавиться. Ты, кстати, не меняй пока веру, потому что у тебя там сатрапы. Вроде бы у тебя тоже с одной и той же верой. Будешь менять, у тебя будут проблемы. А, ага. Слушай, веру же можно будет сменить потом, да. Да, потом сменишь, если что, на восточное христианство. Мне кажется, самое нормальное, там, в принципе, коррупция будет меньше. И... Ну да, у меня, кстати, снижается постепенно влияние зороастризма, греческое христианство. Вот у меня манихейство возрастает. У тебя не манихейство религия? Нет, у меня восточное христианство. У тебя греческое основное. Христианство, да? А, понятно. Нет, восточное. А, восточное? Да. Понятно, ладно, я тоже тогда сдаю ход. Все, в следующем ходу ты уже сможешь дойти до Эмеса, захватить ее, по идее. А, блин, у меня тут неприсвоенные навыки сейчас, братан. Погоди. Сплоченность. Ну, губернатор у нас.
О, слушай, у меня вообще офигенный губернатор тут получается с плюс 4. Да, к общественному порядку, еще и богатством от общественных построек. Далее тут товарищ тоже хороший губернатор. Отлично. И Азармидохт. Нормальное имя, пацана. Все, там общественный порядок теперь вообще по красоте. То есть он улучшается. Все, сдаю ход. Посмотрим, что там Эмеса придумает. Ну, как-то нереально странно действует. Они армии не нанимают, пошли генеральским отрядом на мои территории. Да, нанимает, не переживай, сейчас начнется жопа. Да. Это такая вот иллюзия у нас, мираж. Так, послушай, Римская империя очень долго, смотри, видишь, штампует. Он уже увидел у нас потенциальных противников. Скорее всего, уже начинает потихонечку набирать бомжей. Да, да прикинь, какая-то махина, государственная машина, блин. Считай, полмира контролируешь по тем-то меркам. И огромные территории. Да. Но Рим должен пасть. Да. Друзья Данте и Римаса. Да, сожжен и разрушен. Заберем Савиры предлагают мне мирный договор, а я с ними воевал. Да, знаешь, да, да. Как какой-то бомж. А где эти бомжи, кстати? А они на севере, вот. Они в Скифии даже, да. Принимай. Конечно. Я даже не знал, кто это такие, знаешь, какие-то бомж к тебе приходит, давай помиримся. А ты кто? Привет. Ну хорошо, давай помиримся. Я даже не знал, что мы воевали. Что там у тебя? Да, у нас этот Пальмира. Один чувак, Думат. Возле Думата находится. Смотри, там ты видишь, кто к тебе идет? Да, да, я вижу. Да, и они, похоже, идут прямо к Хире. Угу. Сейчас заберу это тогда поселение по-быстрому. Угу, давай. Раз. Что-то мы прямо как-то заходим, да, как будто нас уже ждут. Я имею в виду с открытыми вратами и так далее. Да. Так, все. Оккупировать. Подчинять мы крайне никого не будем. Потому что, ну, зачем это надо, правильно? Нафиг это надо. Так, численность сухопутных войск, численность морских войск. Это у нас хитрость, общественный порядок, стоимость строительства, что у нас здесь защита в ближнем бою, пехоты. Делаем. А что, я не сделал, что ли? А, да, не сделал. Рвение вкачиваем. Так, что ты говоришь тут? О, ёшкин ты свет. Да, охереть. Три армии идут. Ну как, две армии. Да, да, у нас могут быть проблемы. Так, ладно, я тогда здесь нанимаю бойца. Нового Аль-Мухдир. Что у нас там получается? Муртид, Джафна, да? Муртида, наверное, возьму. Пусть. Ты, кстати, губернатора назначил вот в этой провинции? Да. Ага. А, нет, там нет еще. Нет, сейчас я. Сад, Сар, боец. Аль-Мухдир. Ну, посмотрим, на что эти индейцы способны. Угу. Так, Сатрапатена вообще отношения что-то портится. Ощущает гнет со стороны Сасанида. Воу. Вот это поворот. Так, 899. Так, ну что ж, ты тогда от своих бойцов... Ну я вот, да, я их отведу, конечно. Оставишь их тогда здесь. А, каких? У Эмеса? Да. Не, у Хира. Эмеса, отводи их. Они там не нужны. Да, я тогда из Ктисифона сейчас подведу подкрепление, чтобы тебе тут помочь. Ты можешь сделать засаду. Возле Хиры. Встать и сделать засаду. Вот здесь прям. Так, где? Вот здесь вот прям. Ага. Возможно, они попытаются объявить мне войну. Объявив мне войну, они объявят тебе войну. В принципе, я тебя позову и так далее. Ладно, я тогда сдаю ход. А, да, мы губернатор там. Аль-Муртид. Аль-Муртид уже губернатор есть. Джафа. Так, не хочет. Жабир. Бесстрашный воин, меткий стрелок. Это у нас боец. Будем, ребята, распространять свою религию. А, стоп, подожди, не получится, что ли? А вот. Все. Поехали. Такс. Угу. О, заключен мирный договор. А, это все мои сатрапии. Соответственно.
Так, новое окружение монетчик. Завершено строительство небольших золотых копий. Сейчас посмотрю, как там санитария у нас. О, слушай, санитария прям 6-6. Отлично, я рассчитал. Но дальше уже золотые копии построить не получится. И там общественный порядок за них тоже ухудшается. Ну ладно, это бог с ним. Я зато построю священный холм. И будет все хорошо. Так, далее. Поля. Блин, поля, конечно, тоже дают загрязнение. Конечно, это немного странно. Слушай, химера меня, конечно, беспокоит. Мне да, но слушай, они не просто так этими тремя армиями как-то объявились. Угу. Хотя ты знаешь, как можешь сделать? Хотя... Ну, на ускоренном марше, то есть из Эмессы попробовать вот таким путем, вот я рисую, вот так вот к ним прорваться, к Зафару. То есть пока они сейчас будут идти к нам тремя армиями на Хиру, ты можешь попытаться сзади к ним зайти как-нибудь там. Обжигатели камней, мне кажется, они ближе, в принципе. Ну, да, здесь, понятное дело, если я уйду, здесь и так у меня общественный порядок, без этого плохо все. Ну, сейчас разберемся, я думаю, нормально да. Будет все. Так, хорошо, я тогда смотри, как делаю. Я из Ктисифона этот огонь победы подвигаю, но пока что, мне кажется, на засаду не наткнуться, просто надо переобучить там некоторые войска, так как там бомжи бомжами вообще. Поэтому я их поставлю рядышком. Я думаю, они за один ход не успеют дотопать до Хиры. Угу. Я тут найму сейчас еще себе дополнительные войска. Кого бы взять-то? Армянских копейщиков, пикинеров, сасанидов возьму еще. Немного. Окей, потом ту армию. Ну, ты будешь выводить своих пацанов из-за меса? Конечно. А, хотя у тебя там, видишь, с общественным порядком беда. Ну, где сейчас там? Посмотрим. Угу. Я сейчас чуть-чуть строительством займусь здесь, может быть, чем-то такое. Знаешь, там, публичный дом построить, чтобы там успокоились ребятишки. Так, я тогда, короче говоря, тут армию свою оставляю. Гнев Веридгарна на всякий пожарный, чтобы они у тебя там присутствовали, чтобы были... так сказать, сохраняли нейтралитет, чтобы там Восточная Римская империя не подумала на тебя напасть. А, так, а в это время у меня тут что происходит? Собратья Рустама, прикинь, армия называется. Знакомое название, кстати. Что-то было такое. Так. В Втором Риме. Как бы их там надо... Ну, в принципе, через 23 хода только мятеж начнется. Фракция минус 3... Ладно, пусть они пока что с паханием у нас стоят, улучшают общественный порядок. Мне надо там что-то на общественный порядок строить. Потому что меня это совсем не радует. Ну ладно, разберемся. Но, в принципе, постепенно у нас идет рост поселения. Так, и санитарию я еще. Каналы строю дополнительные. Все, денег у меня большое количество. А пацаны мои нормально тут уже служат на должностях старосты. Заканчиваю ход, сдаем. Сейчас посмотрим, вот видишь, интрига, как поступят у нас вот эти вот товарищи. Химьяры, да? Химьяра, да. Ну, как-то, знаешь, беспалевые они идут, конечно же, огромными армиями. Не палятся, чуваки. Хорошо, что в этой... А, ой, как, смотри, как прошли. Прям рядом. А, да, да. Но у них реально что-то на уме. Ну, при том, они... Приходят... Они мою территорию нарушили, еще и твою потом. Угу. Не, ну это наглость, реально. За такое в приличном обществе бьют лицо. Как-то, блин. Мне интересно, куда у них вторая армия делась. Потому что, видишь... Может, обратно поехали? Да, может, обратно. Послушают нас. Может, кто-то из них смотрит наше прохождение? Палят. Ну, еда у нас просто... Ребята, 166 у меня. У тебя сколько еды? 278 вообще. Офигеть. Да. Обалдеть! Твою мать! Ты видишь, да, это? Где? Ну что, будем обороняться? На Думаш, что ли, напали? Как? Да. У нас там 4 отряда бомжей. Давай обороняться. Будем надеяться. Не знаю. Чуть получится. Давай. Погнали. Блин, у них там легион вот этот жесткий, если честно. Вот как видишь, нас обошел просто. Да, вот он черт вонючий, а. Я-то думал, он там сдохнет в пустыне. Поэтому даже не погнался. Рейс 2. Надо вышку занимать, возле вышки стоять. Да, вышкой стоять. Блин, 4 у них это конница. Убить надо генерала. Как поступим, как думаешь? Есть какие-нибудь идеи? Идея надо, чтобы вышка стреляла, снижала его боевой дух, только так.
И это Биг Мак. Так, ладно, где их бомжи? Вон их бомжи они. Здесь стоят. А вышка стрелять. Стрелять вышка. Ну что ж, и у меня есть идея. Вот здесь поставим баррикаду. Будем стоять, обороняться именно вот, вот здесь вот. Все, решено. Пусть они пока добегут, пока туда, потом сюда, они многих потеряют. А тут уже будем держать полную гребаную оборону. Как давай думаешь? Попробуем. Так, хотя, мне кажется, они сюда даже не сунутся, они просто в центр города пойдут, тут сядут. Ну, все равно они должны убить нас. А, да? Да. Хорошо. Так, все, битва пошла, да? Нет, я тебе сейчас передам два отряда. Ага. А что я не могу прямо вот здесь? Да ты мне можешь этих... Пехоту передам? А, пехоту, хорошо. Нету застрельщиков, нет у нас. У нас 4 отряда всего, 4 бомбы. Не, у тебя застрельщики конные. Или это не застрельщики? Да, конные застрельщики. Да, да, застрельщики. Ты это посмотри, как они называются, ебало. Я ебало. Конники застрельщики пустые из пустыни. Ну, я имею в виду, ебало. Да. Хорошо, ладно, ускоряем время тогда. Да. Пусть пока они идут сюда, потом туда, попадают под обстрел. Я надеюсь, хотя бы парочку мы и заберем. Уже 4 забрали, ребят, 5 уже забрали. Это успех, это успех, братан. Нормально, не, вот эти вот читерные, они вышки, они просто, они жесть просто. Так, смотрите, граждане все домой зашли такие, без палева. Ну правильно, да, кому охота попадать под раздачу-то. Блин, нам надо избавиться от прачников. Башня уничтожена! Так, башню снял. Первую снял, сейчас вторая башня пойдет. Кстати, есть хороший шанс забрать вот этих вот бомжей. Да, смотри, прачников он отводит. Угу. Вышка там что, стреляет, не стреляет? Как-то вяло-вяло. Надо вышку спасти. Угу, что-то вышка да. Не стреляет. Да-да-да. Странно, странно. Что, уснули что ли-то? Эй, часовой! За это под трибунал, ептать, отдам, а вот, все, стреляй. Пошла. Как ядер, минус. Все. Смотри, он узрел, разворачивай своих бойцов. Я продолжаю. Все. Сейчас добьешь его. Хорош. Добиваем блюдков. Так, смотри, там сейчас ко мне второй отряд прачников идет. Ко мне навстречу. Поэтому ты своими застрельщиками, да, можешь попробовать его перехватить. И к тебе мечи идут, аккуратнее. Да я вижу. Сейчас добьем их, чтобы они не возвращались. Ну давайте, добивайте их. Твою мать, они сейчас развернутся же обратно. Ты прикинь, тут даже капусту выращивают. Ну так, восток, дело тонкое. Так, ладно, возвращаем их обратно. Сейчас будем их застрельщиками атаковать. Спасаем свою конницу. Чтобы они не попали под обстрел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прачки начинают обстреливать нас. Нет, пока все. Мы пока еще ни одного всадника не потеряли. Их отряды возвращаются в бой. Отлично. Так, смотри, он поменял. Я вижу. Прачники вот идут, да. Пока сейчас сделаем все. Так, а я пока что поразглядываю тут, чем народ живет. Угу. Слушай, это нормально, они так продумали тут все. Интересный город получился. Помнишь города? Не, красиво, да. Города в Первом Риме. Это... Ну там хотя бы можно красота. Было город смотреть. Слушай, да. Почему они убрали интересную способность смотреть город? Во время кампании смотреть город? Да. Что так круто. Смотрите, говорит, вот там прячутся. Давай, быстро. Твою мать, давай быстро. Так, пращиков самое главное избавиться. О, все, нормально, у них пращей нету. У нас застрельщики есть, у них нет пращей. Угу. Блин, весь город сейчас подожжем тут еще. Да сейчас вот эти вышки, они нас будут, блин, шатать. Они же по своим тоже попадают. Да. Так, ну смотри, у него остается раз, два, три, четыре. Еще четыре. Один отряд пращиков у них, оказывается, блин. Еще один? А, да, блин, реально, слушай. Слушай, там пацан так у тебя на лошади уклонился от снаряда. По красоте, не знаю, случайно. Надо разобраться с этими ребятами. Ой, яшкин свет! Твою мать, вот это залп! Че, попали? Это они залп сделали, да, они залп сделали. А, легионеры. Да, я понял. Так, мечники уже идет, надо, блин, спасать свою конницу. Слушай, легионеры реально жесткие товарищи. Сейчас еще один залп. Охереть!
Твою мать! Так, ладно, ладно, уходим, уходим. Пойди, уходи, да. А все, у них залпы закончились, все. Блин, жесть. Че там? Ну, жесткий. Слушай, может, я копейщиков подведу, потому что у тебя там уже... Подведи, и... подведи, я потому что отступать не буду, отступив, я потеряю бойцов своих. Хорошо, я выдвигаюсь. Вот это да, они двумя залпами, ребята, пол конницы забрали мои. Да, жесткий товарищ, ничего не скажешь. Так, ну, смотри, у тебя хорошо, что у тебя пращник выступает таким буфером между этими мечниками, то есть... Нормально, нормально. Так, пращники так, начинают стрелять по полководцам. Я вижу, 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 да. Блин, слушай, они жестко выкашивают. Че? Соответственно, кого? Народ, ну, мои отряды там дохнут, мои пацаны. Да? От пращников. Да, очень жестко. Отправляй полководца на мечников. Блин, на мечников полководца. Блин, это, конечно, плохая идея. Да ладно, разберется, что-нибудь придумаем. Я сейчас разберусь с этими бомжами. Да-да-да, давай, ты сейчас там перестреляешь этих товарищей. Уже пока дошел, тут человек 20 потерял. Ой, бедные пацаны. Слушай, один еще так за сердце ухватился. Мне вот давайте, давайте, быстро, 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 обстрелим, обстрелим. Они как раз сзади встали. Слушай, прямо, прямо, его вообще очень жалко. Потом я тебе скину скриншот. У него, кстати, даже обувь, знаешь, подкована. Этими. Давай быстро! Отлично! Так, все, минус 90, так, 90-89. Я надеюсь, сейчас мы, ребята, заберем наемных легионеров из пустыни. Че там, держимся? Да, вот мои вот уже поднимаются потихонечку сейчас с наемной группой. Блин, сейчас мы потеряем своих конных, это, пустыни, налетчики из пустыни. Че, они пустыхают? Ну да, вот. А че ты их не отводишь? Я отведу, они сейчас убегут, пусть они сражаются. Все, они убегают, убегают. Мечу, нет, не все еще на... Мечники, мечники убегают. Блин, у моих копейщиков сейчас тут, это, конечно, вообще мега-бомжи. Вот эти новобранцы пустыни ебало. Им разбили. У меня проблема. Я теряю бойцов здесь. Мы не тащим здесь. Мы потеряли преимущество. Мы потеряли преимущество. Короче, твою мать. Наемным сейчас... копейщикам ебало разбили. Случайно, да, поражение, ёптать. Так, ладно, хорошо. Было 408, ну, дали нам пизды, правда, ничего страшного. Их было 1036 бомжа. Да, жестко. Ну, ничего, сейчас отобьем их. Вернемся. 7 минут 49 секунд, битва. Да. Кабус, полковец, кабус. Знаешь, что такое кабус с перевода с арабского? Нет, какой-нибудь типа там дьявол. Кошмар или дьявол? Кабус. Твою мать, думат потеряли. Так, ну что ж, хорошо, господа. Что будем делать-то? Заканчивать серию. И пойдем отпевать пацанов, короче говоря, пить за их души падшие. Это да. В общем, смотрите, какое положение у нас. Химяр приближается к нам. То есть у нас есть угроза, это на юге. Возле моей столицы Хиро. В принципе, Думат у нас пал, к сожалению. У нас есть союзники, которые находятся... Армения, кто они такие? Они... Кто они тебе? Они месяц... Они мои друзья, по идее. Да-да-да. А, да, у них есть право прохода. Отлично, 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 отлично. Атропатена, мы с ними... Тоже моя сатрапия, но она враждебно настроена, она хочет восстать. Ну, у нас тоже договор право прохода. Угу. Ну что ж, ладно, ребят, с вами был Диодант. И Римас, всем пока-пока. Всем удачи.